1 сентября начинается отнюдь с лекции и семинаров. Студенческий праздник положил начало новому учебному году. Факультатив уже давно стал обязательным к посещению. И каждый год организаторы придумывают что-нибудь новенькое. В этом году факультатив — территория супергероев. Героически сдавшие все школьные экзамены первокурсники доказывают, им не слабо и из лука пострелять, поразив цель. И в фехтовании они не хуже олимпийских чемпионов. Даже сразиться с суперменом – задача из легких. Вообще тут прикольно. Есть что поделать, не то что дома сидеть. Не посидеть и тем, кто решил преодолеть веревочные препятствия. Первый раз всегда сложно. В помощь страховка и инструкторы из центра «Поморспас». Маш, все, добивай его и пошли отсюда. Вот уж точно территория супергероев. Первокурсница Мария Малютина демонстрирует, может постоять за себя и защитить других, ведь поступила на юрфак, а бокс – полезное хобби. Нравится тем, что уменьшает агрессию. То есть на защите диплома? Да, именно для этого. На празднике можно было поучаствовать в конкурсах, потанцевать и послушать местных артистов. Ну, очень много впечатлений, очень много всяких площадок, даже не успели все обойти. Желаю всем студентам хорошего учебного года, хороших оценок, прекрасных пар, хороших студентов, друзей, новых каких-то событий в жизни и всего-всего самого лучшего. Всех поздравляю с Днем Знаний. Тут же на одной из площадок можно было записаться в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а также Универсиады 2019. Студенческая жизнь обещает быть насыщенной и интересной, так что нашим супергероям остается только позавидовать. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение.